камина. Давно я не снимала такое видео. И снова здравствуйте, с вами Лора, канал Лора Лайф. Приношу огромные извинения за то, что я не снимала видео такие болтологические, в основном были влоги. Дело в том, что февраль месяц немножечко был сложный. Не знаю, как у кого, но у нас он очень был снежный, темный и морозный. Уже хотелось весны, и вот наступило 1 марта, наступило именно 1 марта был такой ясный день, солнечный, хорошая погода, и уже немножечко дышится по-другому. С этим событием я вас поздравляю, с наступлением весны, с наступлением теплых дней. Желаю вам солнышка, желаю вам победить все кризисы, которые у нас сейчас наступили, ну и пожелать всего самого наилучшего. Чтобы вы были счастливы, не слишком паниковали по поводу того, что сейчас в стране, в нашей и в вашей, и везде по всему миру такой кризис наступил. Я думаю, что он пройдет, хотя все прогнозы о том, что этот кризис будет очень глубоким. И увидите, никто не мог ожидать, что он будет связан из-за болезни, из-за выявленного этого нового вида вируса. Но Ванга предрекала еще давно и говорила, что придет болезнь от желтых людей. Вот так вот получилось, что эта болезнь потянула за собой другие проблемы. Сейчас мировые рынки рухнули, и все курсы биржевые упали. Было собрание семерки всех известных стран, центральных банков, и они понизили ключевую ставку. Это процент, по которому выдаются депозиты, кредиты, то есть от этой ставки и идет и пляшет уже вся мировая экономика. И вот таким образом, искусственным путем, они хотят наладить как бы экономику. Я не паникую, конечно, до нас, думаю, живут далеко на севере, в снегах. Думаю, до нас не дойдет сразу, но кто его знает. Вот, и хочу просто сказать вам, как себя вести в данной ситуации. Конечно. Министерство здравоохранения выпустило такую небольшую памятку, что делать в данной ситуации сейчас, так как коронавирус атаковал все страны. Значит, нужно обязательно проветривать помещения. Желательно, у кого есть ультрафиолетовые лампы, кварцевать помещения. Вот раньше их было много, я помню. А сейчас даже не знаю, продаются они, наверное, имеются. Значит, если есть очиститель воздуха или рециркулятор воздуха, использовать, конечно, их, избегать массовых мест скопления, использовать респираторы, мыть руки и, значит, пользоваться профилактикой острореспираторных заболеваний, как обычно при гриппе. Вот идет эпидемия гриппа, значит, нужно пить витамины, пить какие-то поддерживающие иммунную систему БАДы и промывать обязательно нос соляным раствором, когда приходите с улицы, обязательно много отдыхать, высыпаться и пить побольше воды. И говорят, что от вирусов помогают препараты, которые применяют при ВИЧ-инфекциях. Вот это вот такое сказали, что противовирусные препараты. Но это уже когда, если человек действительно заболел. А так, антибиотики никакие пить не надо, от вирусов они не помогают. Вот. Ну, как-то неприятно все это. Радости такой нет, куда-то ехать, посещать публичные места. Вот. Ну что, ну будем как-то бороться с этим. Будем как-то стараться держаться на плаву, и я вам этого же желаю. Действительно, может быть, этот кризис, который все обещали, и рецессия, вот она уже и начинается, поэтому в этих случаях надо, конечно же, как вы мне сказали, в некоторых странах запасаются продуктами, и все. Я не призываю к этому, но все же я бы рекомендовала иметь какой-то хотя бы денежный запас, чтобы не оказаться просто без денег. Если вдруг будет такая ситуация, что людей изолируют и нужно будет сидеть дома безвылазно, значит, нужно иметь хоть какие-то, я не знаю, деньги, запасы продуктов.
Ну, вот такое мое краткое видео. Я вам всем желаю здоровья. Никогда не болейте.